Для тех, как раз, кто говорил, что у меня сгорела аккумуляторная. Там, короче, там компьютер, который под столом, он его залили в копоти. Вот они, аккумуляторы стоят. Да, верхние поплавились. Нижние вроде целые, но тут отрубали, короче, провода. Это типа ацетона. Забыл, как называется. Это спирт чистый, новый. Помните, я покупал? Но это к тому, что вы бред тоже не говорите. Я же видел конкретно, что. Походу, блок питания целый. Бля. Это тут, короче, спасло то, что вот эта дверца маленькая у меня была, проход. Тут, короче, все. Да, надо мешки, мусор, панельки даже целые. Там вот все, что с стен сползло, оно закрыло некоторую технику. И может быть там в углу даже что-то осталось целое, пластики, а некоторые не сильно пострадали. Там два системника должно быть, но их залили водой. Там фигово туча блоков питания целая. Монитор 27 дюймов, вот он, что от него осталось. Здесь я находил акустику Свен. Вот от нее часть. Вот даже видите, сумка целая. Я сейчас в нее скидываю. Это мне подписчик присылал тогда давно. Даже смотрите, целая. Я и так обзоры не сделал. Военная. Так, это все. Ноутбуки все, короче, сгорели. Вот один, это новый, i5. Этот Core 2 Duo, Pentium M такой же где-то еще. Тут ноутбуки где-то. Должен быть один ноутбук вот с этого края на полу заваленным. Это пленка на стол я покупал. Да. Я пока что... Ну, я как бы, я не знаю просто, что сказать. Вот, смотрите. Е1200 Dual Core. И все, у меня шнур от телефона сдох. Заряда у меня нет. Так, я это все увидел, и я в шоке, я офигел.